От пациентки. Онкология узнала о болезни в ноябре 2020 года, необходимо указать точное количество метастаз в печени и в каких долях они располагаются и их размеры. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 56 лет. Дата исследования – 15 марта 2021 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство, с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРПТ – 147 мм, КРЛТ – 65 мм. Контуры печени четкие и ровные, нативная плотность плюс 30 плюс 60 Хаунсфилда. По всему объему печени визуализируются типичные множественные секундарные очаги, в том числе в правой доле, диаметром 12 мм, 12 мм, 10 мм, 7 мм, 15 мм, 16 мм, 8 мм, 7 мм, 11 мм, 14 мм, 10 мм, 9 мм, 9 мм, 7 мм, 10 мм, 3 мм, 7 мм. В левой доле 16 мм, 9 мм, 10 мм. Данные очаги занимают не менее 10% объема печени. В С8 правой доли единичная субдифрагмальная киста диаметром 5 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена с четкими, ровными контурами без RGA контрастных очагов. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность ее плюс 32 плюс 59 Хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Лоханки расположены экстраренально, сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. В верхней половине левой почки выявлена простая киста аксиальным размером 50 на 48 мм, краникоудальным до 70 мм. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Увеличены немногочисленные мезентериальные лимфоузлы размером до 10 на 7 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Заключение, КТ-картина секундарного поражения печени, диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы, киста печени, увеличение немногочисленных мезентериальных лимфоузлов, киста левой почки Басниак-2. Рекомендована консультация онколога. 16 марта 2021 года доцент кафедры К. М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. У вас, безусловно, метастазы в печени. Их много, считать их бесполезно, так как они по всему объему печени, их не удалить. А при таком количестве считают объем печени, который они занимают, около 10%. Также, что плохо, увеличены отдельные лимфоузлы в брыжейке. Киста на левой почке угрозы не представляет. Вам будет иметь смысл обратиться к онкологу.